Заплатить налоги пока онлайн. Сотрудники службы призывают к электронному общению. Специально для этого на официальном сайте появился раздел, где можно завести личный кабинет. Пройдя авторизацию, пользователь, он же налогоплательщик, получает полную информацию по своим задолженностям. Также через интернет можно оплатить налог на землю, недвижимость или транспорт. Вся эта работа проводится для привлечения налоговых поступлений в региональный бюджет. А вот в крупной организации мобильная группа налоговой службы выезжает сама, чтобы лично вручить уведомления, в которых содержится специальный индекс документа и штрих-код. Индекс документа – это определенный набор цифр, который содержит все данные по начисленному имущественному налогу. И, то есть, зная данные реквизиты, налогоплательщик может в банкоматах либо у операционистов в банках оплатить безошибочно определенный налог. Наше предприятие, как вы понимаете, крупное, и у нас полностью документооборот электронный. Это и письма, и декларации, то есть и в ту, и в другую сторону. Это однозначно. Не может быть только вот в одну сторону. Поэтому для нас это очень актуально.